что это? Вот, если вам видно. Блин, их там непонятно, что там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вместе каких-то непонятных. Представляешь, да? Они там, они вместе получаются. Какая-то там, как треугольником, они сложились треугольником. Их там, я не знаю сколько, наверное, штук 10 уже, наверное. Не знаю, видно вам, плохо очень видно. Вот это очень далеко. Ну как далеко? Где-то как километров 10, наверное, отсюда. Стоят на месте. Опять за тучу зашли. Ёлы-палы, смотрите, сейчас я приближу. У меня жуткий дрожат уже. Плохо будет видно, наверное. Вот оно там. Какую-то линию они стали. Выровнялись, уже не треугольник. Блин, плохо видно. Они в линию, и как-то непонятно. Тут был треугольник, теперь линия. Ну, это там что-то я... А, вот, да. Там внизу что-то горит, на море прямо горит. Сейчас я покажу вам. Вот, 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 если вам видно. Вот оно нам что-то непонятное, видите? Как 3, 4, 5, 6. И там, и внизу на море там что-то горит. Вот если вам будет видно, вот я вот, видите, вот, вот, вот сейчас видно, видите, да? На море уже погасло, не горит. И прямо над, над морем там это самое. Висит что-то. Что это, Марина? Я вообще не пойму, что это такое. Блин, вообще как-то... И резкость не наведешь тут, елки-палки. Хоть бери, беги туда прямо к ним. Что это такое вообще непонятно? Прямо такой треугольник. Да, прямо треугольником опять. Опять, то они были в линию, опять, а теперь они треугольником. Их там три, кажется. Не тряси это самое, а стул, отойди что? Дальше. Вообще, встань с колен, Карлин. Это, кажется, о, опять линия. И оно на месте опять зависло, опять на месте висит. У меня уже вторые 10 минут пошли. Первые закончились, чтобы мне хватило батарейки еще, елки-палки, на. Блин, хоть бы ближе прилетели. Вот. Они, кажется, сюда летят. Это же надо такое. Папа, они в какой-то ой, что-то это круг какой-то, это круг. Непонятно, они меняют фигуру уже, как это, уже не треугольник уже. Ой, и опять вот внизу он, если его видно, он, только я удаляю, опять оно исчезает. О, он, видите, внизу как море, как загорается что-то, и над ними вот это висит, это байда. Может, какие-то учения, слушай, может, какие-то вертолеты там висят. Кто? Ну, я не знаю, что это. Вертолеты какие-то висят. Ну, было бы слышно, наверное, столько их много. Посмотри, их там просто дофига просто уже. Ёлки, сейчас сядет батарейка. Ну, что это может быть? Я вот уже увеличил, но качество, конечно... Хоть и Samsung 8 Plus, все равно он никак не покажет лучше. Калюшенька, на коленях не сиди, песок холодный. Опять. The invasion already happened.